Иванович в начале второго тайма пока не ходит вперед. Первый дополнительный он заканчивал там, освоив в очередной раз функции нападающего Смольников. Мяч у Дзюбы. Пробрасывает себе на ход. Прострел. Дриуси! Есть! 5-1. Вот и Себастьян Дриуси в створ попал. 5-1. 12 минут и один гол. Как вам такая математика? И опять Дзюба. Вот висит на нем игрок. Дзюба, как в советском фильме, Атышача отработал. Отработал сегодня весь матч, и на нем висит далеко не самый тщедушный игрок. Это Игорь Шитов, но от него Дзюба, как от мухи назойливая, отмахивается, проходит дальше, простреливает.